Добрый день! Вы на канале 10 лучших островов для отдыха. Здесь мы вас знакомим с первой десяткой лучших островов для пляжного отдыха согласно рейтингу. Вы сейчас можете уже увидеть на канале Малайзию, Шри-Ланку, Филиппины, ну и, конечно, Таиланд. И лучшие из островов после Семилан – острова Пхи-Пхи. Исходя из нашего опыта, я хочу сказать, что самый большой выбор и самые дешевые цены на экзотические фрукты – это, конечно, в Таиланде. А самый бедный выбор и самые дорогие цены оказались в Шри-Ланке. Ну а теперь более поподробнее. Бананы стоят от 30 до 70 бат за килограмм. Манго желтый стоит от 40 до 70 бат за килограмм. Зеленый манго стоит от 30 до 50 бат за килограмм. Ланган стоит 60 бат за килограмм. Маракуйя от 50 до 70 бат за килограмм. Дракон стоит от 40 до 60 бат за килограмм. Кокос 20-50 бат за штуку. Дуриан стоит 240 бат за штуку. Папайя стоит 25 бат за килограмм. Мангустин 250 бат за килограмм. Саподила стоит 50 бат за килограмм. Рамбутан стоит 60 бат за килограмм. Помело стоит 80 бат за штуку. А такие известные нам, как дыня стоит 20 бат за килограмм, арбуз стоит 25 бат за килограмм, виноград стоит от 70 до 100 бат за килограмм, мандарины от 30 до 60 бат за килограмм. Мы надеемся, что это видео будет полезно. Подписывайтесь на наш канал 10 лучших островов для отдыха. Впереди еще много интересных видео. До скорых встреч!